вернемся в восточную лирику. Отмечал месяца день рождения прекрасный великолепный певец, сын великого неизвестного певца Нарьо Аминова, Рошель Аминов. Продолжатель дела своего отца, певец, виртуоз Шашмахома, великолепный оратор и грамотный толкователь Торы. Участник международной конференции «Шашмаком» в Москве 2017 года. Да, господа, прекрасное сочетание мудрости, тембра голоса и виртуозной игры на всех восточных музыкальных инструментах. С днем рождения, Рошель Аминов.